Во Франции скончался пациент, впавший в кому в результате неудачных клинических испытаний нового лекарства. Об этом сообщили врачи больницы города Рен. Состояние еще четверых добровольцев стабильно тяжелое. Они сейчас в университетской больнице. У них отмечается поражение мозга разной степени тяжести. Препарат, который испытывали, предназначался для снятия тревожных состояний у людей, страдающих психическими заболеваниями. Всего в опытах приняли участие 90 человек. По делу начаты сразу три следствия. Что именно привело к таким серьезным последствиям, выясняют следователи. Наша компания приносит соболезнования семье погибшего добровольца. Мы создали научный комитет. Его цель – помочь следователям выяснить причины трагедии. Также наша лаборатория работает над предложениями по ужесточению стандартов подобных клинических испытаний.